пришли в другой Вайкики. Решила тут что-нибудь поснимать. Здесь уже все такое летнего ничего нет. Какие-то кофты. 307 сделки. Такая вот 279. Такая какая-то акриловая. Ну, такое все. Ну, ничего здесь как-то не нравится. Ну, вон курточка 500 лир. Вот. Ну, куртка ничего как. Вот такие вот сарафаны такие. Сколько это стоит? Так вот, чтобы приблизительно цены. 400 лир. Ну, в общем, а цены, конечно, стали, я думаю, выше. Судя даже по детским вещам, которые мы приобрели, цены даже, несмотря на курс, а сейчас уже курс нет, как говорится, карты МИР. Поэтому вот это вот 260. Такая вот. На мой вкус вроде бы как и ничего. А? Не хочешь здесь? Ну, давай. Здесь вот такие вот. Что это? Свитшоты, наверное. 190 лир. Такие вот они. Такие немножко с начесиком. Тепленькие. Такие вот желтые. Вот такие. Что здесь? Вот. Такие вот рубашечки 300 лир. Теплые. Летнего уже нет. Это вот что-то тут, ну, все с длинным рукавом. Это хлопковая такая штука. Внутри хлопковая. Сколько она стоит? 220 лир. В общем, вот такие вот сейчас, да, они в моде, да, такие с начесом. 190 лир. Да, такие теплые. И это тоже. Штаны это, да, с начесом. Да, такой молодежный, да, можно еще и курточку, ну, такую, это худи или худи такой, да, подобрать. Естественно, это будет дешевле, чем у нас, но... Мне это не надо, я как-то в этом не хожу, что даже не... Вот такие вот хбшные с капюшонами. Вот кофты. 350 лир. А что здесь в составе? Кто его знает? Не знаю. Ну так ничего. Вот надо даже вот так на ощупь. Ничего. Кофточек. Это вот. Тоже так приятненько. 300 лир. Я определяю качество даже на ощупь. То есть там было ужасное качество. Вот. Ну, это вот как вот трогаешь, ну, голимый акрил. Там уже получше было качество. Такие вот кофты 300 лир. Ну, это может быть даже хлопка с чем-нибудь. Состав-то здесь не знаю, где это надо искать. Ну, почему не суть важно. Вот такие вот эти штанишки. Широкие, летние, со скидкой. Господи, 320.
Да, артефакт. Летней-то уже одежды, можно сказать, нет. Все, все разобрали. Уже надо скидывать. И все равно сейчас цены увеличились. Выросли, конечно. Прикольно. 320. Ну, что, вроде бы так. Это что? Мир не принимают. Все у нас уже как-то поздно мы приехали. Вы из России или нет? Ну, из России, то есть мир не принимает. Я наличку взяла. Ну, у меня сестра была вот 2 дня назад, она мне сказала. Нет, мы разменяли, конечно, но не по выгодному курсу. Мне надо было срочно разменять, потому что надо лекарства. А по какому? 4,8 в аэропорту. А зачем же в аэропорту всегда дешево? Дороже. Здесь обменник где-то есть, в общем-то, можно поменять. Ну, вот туда дальше, если а здесь в обменнике. По 17 я меняла. И тут где-то надо искать по 18. А если что покупаешь, они считают по 18. Угу. Ну, в общем. Так вот. Вот такие вот. Видите, ну, можно, конечно, поменять. Я там много очень людей меняла, но 200 лир вот такая вот. Ну, так себе. Вот это вот. Ну, такая прям как акрил. Акрил галимый. Ну, даже не знаю. Мне ничего теплого не надо. Я хотела посмотреть футболки, но может быть зря я разменяла в аэропорту, конечно, им женщина говорит, потому что обстановка неясная как-то. Вот сделаем же глупость, потом жалеем. Вот такие вот штанцы. Такие тоже так ничего. Ой, у меня штаны есть, в общем-то мне ничего не надо. А вчера зашли в US Polo. Ну, женского я ничего для себя не увидела. Мужские были там футболки с 50% скидкой, но футболки в основном Polo. Мой пёрс, ему ничего не надо. Говорит, я когда это изношу, тогда уже и купим новую, представляете? Думаю, не надо, так не надо. Ну, а женского ничего хорошего я не нашла. Какие-то платья. 170 лир. Юбки. Ну, представляете, приблизительно цены, какие здесь. 180 лир такая штука. Жилетки какие-то плюшевые. 200 лир, 190 лир. Такая вот. Как что-то под шанельку. 400 лир. Жилеточки такие. В клапанах. 360. Такая, как школьная жилетка. Футболки. Только. Такие у меня есть расхожие. Такие вот какая-то тоже. 130. Платьица, как шотландка. Рубашечки. 230 лир. О, ляпердовое что-то. Я увидела. Ну, такие как атласные прям. А, так, 600 лир. Такой прям вот атласный. Жаль,
жакет с такими пуговицами. Еще. Вот. И рубашечки такие. Такие какие-то. Ну так, качество так себе. 300 лир. 300 лир. И что здесь? Штанцы. Штанцы леопардовые. Вон какие там жакеты атласные висят. Видите? Нет, ну широкими штанами широкая это тоже как-то не очень, наверное. Такие вроде бы как и не мнутся. Вот такие скользкие. Сколько они стоят? 400 лир. 400 лир. Люблю же я все вот это вот. Ну, что-то так. 40-й размер. Я какой ношу, господи. Да, наверное, 40. Нет, ну я всяко не 44-й, наверное, 42-й, что ли, ношу. 40-й. И вот штанцы. Ну, короче говоря, мне их не надо. Не хочу я ни леопардовые. Вот эта девушка стоит. Еще такие юбочки есть. И блузочки. Такие вот маечки. 180. Ну, под кожу это все. А вот еще какие есть. Такие вот прям вот шелковистенькие. Что тут? Что тут? Сколько оно? Ну ты пришел. Сколько оно? 360 лир. Ну такая вот. Ну это в духе времени. Не очень. Нет, она по качеству. Она так симпатично смотрится, но что-то по качеству, мне кажется. Так, какая-то. Да, вот и то вроде получше. Смотрится интересно, симпатично. Ну, у меня, короче говоря, есть такая бирюзовая. Ни разу не надела еще. Не такая, конечно, но тоже такими же пятнами. Какие-то штанишки с кармашками, шортики. Что-то летнее. Ничего не выбрала я здесь. Платьица такие вот. Оверсайз. Короткие, главные широкие. 250 лир. Эти вот. Женщина говорит, что вы как это поменяли-то? Дорого. Здесь вон, ну есть же пункт это. Что-то она, а я никак это самое. Ну, обменники. Угу. Такие вот жилеты тоже какие-то. Сколько они стоят? 190 лир. Штаны. Ну, в общем, вот имеете представление. Вот 140 лир такая подушечка. В самолет. Но она не сдувается, ведь, по-моему. Пока это же не сдутая. Так она и не сдувается, наверное. Это как ее так таскать? Таскать. Ну, чехол открывается, она стирается. Но... Ну, наверное, там... Нет, она... нет, она не сдувается. Это, ну, там что-то такое. Ну, посмотри, да. Сумочки. Ну, да, она... да не сдувается, это понятно. Это же объем какой-то. Конечно, это надо таскать, это у себя же на шее, наверное. Так, вот такие вот вискозные шортики, кто носит. Такая вот симпатичная, 80 лир. Приятненькие такие, хорошенькие. Ну, футболок, ничего никаких нет. Кошелечки, ремешочки, конечно, все из кожзама. 60 лир.
кошелечки 90 лир. Такие под карточки 40 лир. Так приблизительно цены представляете. Решила уже немножко вам поснимать. Такая сумка 250 лир из искусственной кожи. Пальто 900 лир. Ветровочки. Вот так вот. Вот вроде бы так себе. Ветровочки. 500 лир. Рубашечки такие. Они прям как вот цитатный шелк. 280 лир. Такие вот прям. Ну как-то, ну вроде бы и не ацетатный, да, так за пальцы не цепляется, но все равно. Ну вот ковтеночки такие, вроде бы как и ничего. Что это? 250 лир. Такая она немножко шелковистенькая внутри тоже. Ну да, она не чистый хлопок. Такая вот. А, удлиненная, это как... Туника. Почти как платье. Так. Что тут еще у нас интересного? Вот такие какие-то. Буклешки, буклированные ковтенки 240 лир, а это 180 лир. В общем, умножать сейчас я не знаю на что, потому что какой курс сейчас, не могу сказать. Смотрите в интернете. Такие вот коротенькие рубашоночки. Ну, джинс нормальный, неплохой, 300. В общем, 400 лир. А там, это рубашка такая коротенькая. Это курточка 400 лир. Джинсовая. Я люблю джинсовую одежду, конечно. Какая-то такая ковтеночка и неплохая, вроде бы как. 380 лир. М-ка. Что-то тут уже и нету. На пуговках такая спортивного типа. Внутри хлопковая. Ну, вообще вот так. Спортивненькая. Спортивненькая. А это тоже с длинным рукавом. Хлопковая. Тоже хорошенькая. 230 лир. Угу. Такая вот. Такого спортивного типа. Джинсы белые. Такие расклешенные к низу. 250 лир. Ну, вот такие вот цены. Прям как это колом стоят. Эти джинсы. Матросы на корабль. Вот такие вот штучки. 160 лир. С капюшончиком. Такие. И беленькие такие есть. Ну вот. Все так вроде бы и посмотрели. Платья такие. Обувь. О, такая солдатская, да, обувь. Сейчас вот. Все в духе времени. Да, 400 лир. 400 лир. Так, ну вот кроссовки 230 лир. 330. 230. Ну вот цены такие.
что, дорогие друзья, впервые я в Вайкике ничего себе не купила. Ничего. Нечего даже брать.